С 11 по 13 августа этого года нас ждет очередная крупнейшая сходка любителей теребить стики, хитбоксы и другие пыточные устройства в Екатеринбурге. В преддверии EFA 2017 я предлагаю вам присоединиться ко мне с нашим ведущим спиритом и посмотреть, что происходило в прошлом году на месте этого знаменательного события. Давайте спросим у народа, понравилось ли им. Народ, еще раз. Понравилось EFA? Хайп! Братан! Блин, этот фест был охуенным. Тебе же понравилось? От души. Да. Ребята, едьте к нам, блядь. У нас вообще охуительно просто. Вот эти ребята. Просто там, блядь. Все матчапы, что там? Все есть. Матчапы, все было круто, тебе понравилось, да? Вообще все понравилось. Давай. Все. Ребята, все к нам, все к нам, короче. Вот такая музыка. Привет. Кто ты, чем занимаешься здесь? Меня зовут Борис, на Fighting Crew известен как Борис. И занимаюсь здесь тем, что с 2008 года организую EFA 2016. Ну, так как вы сняли новое помещение, как тебе вообще помещение? Душно и плохо, много людей, все здорово. Можно? И, короче, он у меня плечами махнулся. Привет, народ, представьтесь, кто вы? Dark Light. Dark Snow. So sorry. Nonsense. Зачем вы сюда приехали вообще? Поднять кэш приехал. Прям вот всем Некоторое время назад двое очумелых парней из Перми, Тетрикс и Никсан, заперлись в ванной, впоследствии чего родилась секта игроков в файтинге, назвавшая себя ТНД. Лидеры в иерархии данной организации занимаются производством вооружения для своих воинов. На EFA 2016 мы наблюдали один из первых ритуалов вручения данных экземпляров устройств уничтожения оппонентов рыцарям Ордена. Вот, недавно эмбарго открыл. ТНД. МНТ. И по сути сегодня я вручаю меня. Вот, держи. Не распаковывай, пока не вручат всем. Подойдите, пожалуйста. Вот. Я рад, что ты нам возвращаешься. Держи, надеюсь, это тебе поможет. Тоже не распаковывай. Вот, я на самом деле понимаю твою боль. В общем, держи. Удачи тебе. И шатал, да, иди. Самый главный сюрприз сегодняшнего дня состоит он в том, что есть у нас замечательный человек в Fighting Community, которого, в общем, все знают, все любят. Арсен, я говорю сейчас именно про тебя. Мы знаем про твою проблему с хитбоксом, и, к сожалению, твой день рождения отметить не успеем, поэтому сделаем это сейчас. Мы дарим тебе целый девайс. Это не только корпус от Тетракса, это еще и корпус от Тетракса. Это еще и замечательный отцов. Аккуратно, мастер-соп! Он не то, что до конца. Спасибо, блин, спасибо большое. Встань подальше, лишь бы тебя не было. Такое ощущение со стороны, что им грамоты вручили с их именами. Почти. Мы дарим вам ник. Как ни странно, на этом ритуале вооружены были не только участники культа ТНД. Возможно, таким образом они пытаются выбивать новых последователей. Привет, меня зовут. Твой ник? Юра. Долго ли тренировался перед турниром? 3 раза. Как тебе поддержка из зала? Много народу топило за тебя. Ну я точно не знаю, наверное, пару человек. Правильно, Найс! Убей! Красавчик! Да! Хорош! Изи! Почему не делать гамфейма на Молодец, давай! Неужели камбэк? Красавчик, ну! Красавчик! Давай, давай, камбэк! Забейтил он, это кошка. Давай! Выжив тебя к мне, как всегда. Закажи его! Давай, Юра! Юра, давай за ИКБ! Отправь его в Сибирь валенки вязать! Юра, соберись! Юра, сделай не можешь! Так, Юра, давай! Не будешь быть! Красавчик! Юра, давай!
пусти же меня туда! Шурма, шурма, держи! А почему, кстати, он на ХБ это играл? Им сразу же просто не замедлить, куда бы, наверное, обратить тех людей, которые сегодня сделали из рай что-то. И за третье место в дисциплине Guilty Gear Start я сюда приглашаю Арсен Камилов, город Москва! Первый раз в Екатеринбурге, если я правильно понимаю. Погулял по городу, посмотрел, понравилось ли? Мне Москва нравится больше. Конечно, хотелось проигрывать одному и тому же человеку два раза. Давайте еще раз послушаем третье место в турнире по Guilty Gear Арсен Камилов! Жиденькие аплодисменты с конца зала для ГГшника. Арсенчик! Спасибо. Но его просто нет уже, но типа мы его помним и отметили. А теперь я сюда приглашаю чемпиона Екатеринбург Fighting Arena 2016 дисциплина Guilty Gear. Ашимрия! Он получает кубок, конвестник, в котором намного больше денег, чем у Арсена. И Аши, ну, понравилось? Все так же круто, как было в прошлом году, но даже, пожалуй, еще лучше, на самом деле. Это тоже, да. Встаньте, обнимитесь, давайте вас сфотографирую, как наших сегодняшних чемпионов. Я приглашаю сюда занявшего третье место Олпи Кьюза! Тихо, кого это быть не вторым? Одинаково. Почему не первый? Я был первым тогда. Почему ты никогда не был первым? Он был первым, не был. Не хочу. Как город погулял? Ничего. Лучше, чем Москва. Лучше. Ништяк. А я приглашаю сюда. Не молчи. Занявшего снова второе место. Эпи. Запутается там. Первый раз. Каково это с вами? С Федей очень тяжело. Он говнюк, короче, не крутой. И он, очевидно, сейчас в Рашке лучший. И я приглашаю сюда победителя турнира Екатеринбург Fighting Arena 2016 Торнадо Рокс КГБ Сидовским. Расскажи вот про ЕФА, расскажи про КПТ. Я думаю, у тебя сегодня больше всех эмоций должно быть по этому поводу, если не еще остались. Я не знаю, что можно сказать про ЕФА, потому что здесь все видели сами. CPT ивент отвратительный просто. У меня была самая сложная группа в мире. Где был я. Потому что самый сложный. Враг себе этот не сам. Спасибо Клеру. Надеюсь, ты будешь тренироваться в Street Fighter. Ох, wait, sorry, я забыл, что он продал приставку, чтобы сюда приехать. Большое спасибо всем, кто смотрит мои стримы. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Еще раз аплодисменты болельщикам турнира Street Fighter 5. Всякие прощальные слова будем говорить завтра. На сегодня мы с вами заканчиваем. Кто хочет оставаться на ночь, я так понимаю, могут оставаться на ночь. Следуя совету ведущего, некоторые из нас остались на ночь на месте проведения турнира. Что там происходило, вы можете наблюдать на записи с места событий.
В этом году также будет возможность присоединиться к слип-пати, но я не уверен, что буду в этом участвовать, несмотря на то, насколько мягкие и удобные стулья на площадке. Дисциплина Blast Blue Chrono Phantasma X-Step. Третье место турнира занял Клер, город Москва! Сильно мучить не буду. Понравилось? Нет, игра херовая. За второе место сюда приглашается Tsubasa Knight, город Пермь! Он получает памятную медальку! А также плюшевая джубея. Где это плюшевая джубея? Плюшевая джубея летит к тебе. Летит, летит, летит. Прилетел. Ей, джубей! Чувак, если мне не изменяет память, короче, ты в этом городе рейтил всех на протяжении многого времени. Почему сейчас второй? Во-первых, игра уже не так хороша, как раньше. Я буду страдать. Будешь страдать, ништяк. Давно уже едешь на Екатеринбург Fighting Arena всех возможных форматов, и ты видел, как этот ивент эволюционировал, Его текущая форма нравится, что-то хотел бы исправить в ней. Как это вообще впечатление от ЕФА текущего года? Самая сплоченная комьюнити из всех, которых я когда-либо участвовал. Мы в боксе садились, собственно, серьезно. Делайте вещи. Все ты проиграл. И победителем турнира по Blast Blue становится Зальцаба. Я не знаю, с какого ты города, но мы не будем знакомиться. В принципе, город понравился, турнирчик тоже понравился. Мы в основном просто приехали сюда понажимать на кнопочки. В общем, мы это и сделали. Фоточку, пожалуйста, и у вас отпустим. Правильно, давайте. И мы опять снимкам. Вы что, по росту встали? А мы переходим дальше. Следующая дисциплина сегодняшнего дня — это была Guilty Gear ISCA 2 на 2. Собрала нам просто невероятное количество тайфов, мы просто не будем тянуть, сразу переходим к награждению. Третье место — команда епифанцев в составе Антивандалер и Ашимриан. Ашур, почему когда в Guilty Gear ты первый, а в старом Guilty Gear ты всего лишь третий? Ну я вот соснулся. Качку на руки две медали повесьте. Давай, не все. Ладно. Занявшие второе место в этом турнире команда «Розовые щечки». Клер и Ромео, приглашаю вас в наш турнирную сцену. Муравейник, блядь, договорился. И победители этого турнира – команда Киски! Бэтмен Чирфул и Стильс! Организовывать три турнира одновременно – это очень тяжело. Но всем спасибо, кто терпел. Третье место в дисциплине Mortal Kombat XL получает юное екатеринбургское дарование. Силовен, город Екатеринбург! О, Жека, молодец! Это первый мой турнир. Где я занял третье место? Ну вот и обсуждается. Ну так. За второе место я приглашаю на эту сцену Скорпион 98, город Уфа. Также известный как Джонни in the Dark. Джонни Бузе! Как тебе? Джонни? Скорпион 98? Джонни, наконец-то комната снята. Джонни в Скорпионе. Чемпион Екатеринбург Файтинг Арена 2016. Влади 7Р, город Тюмень. Подойди поближе. Зачитай. Все очень классно, все очень понравилось. Почему ты сегодня не проиграл? Так получилось. Последним турниром, который был на ЕФА, был Random Meshmeyer. В нем участвовали 16 человек, 3 из которых были победителями основных турниров. Еще одним был наш оружейник Тетракс, который буквально выковал себе это место, 2 дня без остановки чиня девайсы, не выдержавшие жесткой уральской атмосферы. Остальные отбирались случайно, посредством лотереи. Когда Мэд вышел вытягивать последний судьбоносный листок из лохотрона, я понял, что мне придется пойти на крайние меры. И, похоже, мой сигнал со спутника до него дошел. Давай, да.
последний шанс. Но мы еще не закончили эту вашу лотерею прекрасную. Не, не садись сюда, там камера. Сбер! Сбер, город Кейн! Только же 16 бумажек. Они определят твою судьбу на дальнейшие полтора часа времени. Тебе нужно выбрать только одно, ты ее переворачиваешь и читаешь мне в микрофон, что там написано. Страдание! Переворачивай и читай. Зависимость. Зависимость. Паша, немножко подальше от каунсера. Блять, куда, чего? Опасность. Опасность тоже отдельно стоит. Паша! Блять. У меня преждевременное старение. Преждевременное старение тоже отдельно стоит. Да, вот будет. Паша, зависимость. Мин. Импотенция. Самоуничтожение в рабочем не было. Отдельно тогда встань, тоже на всех. Ашин. Качок. Да ты заебал. Сейчас импотенция должна быть, это вообще. Импотенция! Итак, ваши карточки это название вашей команды. Так вам импотенция, именно так. На самом турнире на каждое столкновение команд в сетке у организаторов была отдельная игра. Мы могли наблюдать матчи в играх вроде Трона, вот этого чего-то. А самой жаркой игрой был Gang Beasts. Он был настолько веселым, что через некоторое время по нему был проведен отдельный турнир, на котором я занял второе место, а Мэтт первое. Команда Парадонтов, выходите сюда. Вы получаете, что вы получаете? Сейчас придет наш награждатор Юдза. Ну, вы знаете, что нужно сделать. А, все, отбой. Итак. Вы команда, берите. Вы получаете грамоту, но так как мы команда, мы ее поделили на две части, поэтому... За третье, четвертое место я приглашаю сюда команду самоуничтожения. Давайте сразу тогда обе команды. Сначала команда самоуничтожения и также команда зависимость. Это третье, четвертое место нашего турнира. Денег хватило только на одну медаль, но мы ее поделили на четыре части, поэтому каждый получит две четверки по третьему месту. И команда, занявшая второе место в этом турнире, команда «Опасность» Петровских Тетрас. Еще шажочек вперед. Ну, вы догадались, да, вы получаете половинку медали. И победители нашего турнира. Вам не повезло с названием, но вы всех сделали. Команда «Импотенция». Вы получаете кубок. Да, вы сначала получаете 200 мишек от прекрасной Алисы. И кубок вы получаете, но он тоже только один. В
В этом году планируется аналогичный турнир, что не может не радовать сердца любителей обмазаться какими-нибудь неизвестными играми. В этом году также будет проведен турнир по ИСКЕ, но с другими условиями, которые пока что переплетают мои мозги в морские узлы. И на этом, пожалуй, все. Увидимся на ИФА 2017.